Всем салют-салют и добро пожаловать на новую серию моего проекта с нуля до 100 тысяч рублей. Вкратце для тех, кто спросил бы сейчас, чё, короче, у меня было 0 рублей, нашел свой старый ноутбук на шкафу миллионлетней давности, я его продал на Авито, Авито доставка, и вот с этого баланса, с этого банка мы пытаемся потихонечку, маленькими-маленькими шагами, разными схемами, короче, ладно, шутка, дойти до 100 тысяч рублей. У нас это неплохо получается, в основном мы покупаем какие-то битые телефоны, ремонтируем и продаем их также на Авито. Ну, а я вам желаю всем приятного просмотра. Let's go! Всем салют-салют. Приехал к метро в Московское. Отсюда еще 2 километра пешком. Но мы сейчас возьмем самокатики и доедем с ветерком. Короче, еду за лотом из 2 телефонов. Непонятно, что с ними. Но по 300 рублей. Поэтому рискнем, посмотрим. Поехали. Так, ну что, надеюсь, словили джекпот. 2 телефона по 300 рублей. Если я не ошибаюсь, то просто дисплей. Ну, то есть дисплей проблема, и все. Поменять дисплей, копейки стоят, ну и можно продавать. Ну и плюс по телефону я сказал человеку, что занимаюсь ремонтом, там, скупкой, и он принес еще ноутбук, получается. Но ноутбук вообще в плачевном очень состоянии. Тут вот все отваливается. Короче, непонятно, что с ним. В принципе, я так посветил, никаких там, не знаю, нету там проблем по дисплею. Не знаю, посмотрим, короче. Он не включается, он еще и без аккумулятора. Просто по приколу за 500 рублей взял. Не знаю, посмотрим, что с ним, короче. У меня есть знакомый, кто там в них разбирается, посмотрит. Там зарядка у него есть, все есть, болты, все есть. Короче, весь этот лот мы забрали, получается, за 1100 рублей. 2 телефона и ноутбук. Йоу, если вы давно ищете товары с хорошей маржой, то советую обратить внимание в сторону китайских маркетплейсов. Почему? Да потому что там цены просто копеечные. Например, вот эти велосипедки на 16,88 стоят 60 рублей. 60 рублей, тогда как на наших маркетплейсах их продают по 600 рублей. То есть, понимаете, да? X10 от изначальной стоимости. Но чтобы заказывать такие товары с Китая, нужна проверенная карго-компания, которая возьмет на себя все вопросы по выкупу и доставке. И вы меня постоянно спрашиваете в Телеграме, а где найти проверенную карго-компанию, а что посоветуешь, а как заказать с Китая и так далее. Так вот, к нам на помощь приходит Pingo. С помощью их Телеграм-бота вы сможете заказать любые товары с Poizon, с 16.88, Taobao, в общем, любые китайские маркетплейсы всего лишь за 10-14 дней. На их канале вы также найдете кучу советов по заказу, например, о том, где лучше взять тот или иной товар. Также в боте работает отзывчивая поддержка, которая всегда поможет с оформлением заказа. Что очень важно и стоит подметить, что перед отправкой товаров их всегда проверять на соответствие с заказанными позициями, отправляя детальный фотоотчет, чтобы вы могли убедиться в том, что вам приедут именно те товары, которые вы заказывали. Ну а после всех проверок груз прочно упаковывают, чтобы все дошло в целости и сохранности. Посылки отправляются по всей России, Беларусь, Казахстан. Вся информация для того, чтобы уже начать заказывать с Китая, будет у них на канале. Все ссылки я, естественно, оставлю внизу в описании и также в закрепленном комментарии. Огромное спасибо за поддержку канала. Ну а мы двигаемся дальше. Так, в общем, показываю Сане ноутбук, который купил за 500 рублей. Там еще в пакете всякая всячина, клавиатура, еще что-то. Кстати, зарядка. Только зарядку можно за рублей 100 будет продать, если что. Короче, он снимается легко, корпус, поэтому можешь... А, снимай, нет, уже все, плохо. 500 рублей не стоит. А сними сзади, он легко снимается. Стоит даже, если это целый стоит. Мне вот интересно, как бы этот дисплей проверить. Но я фонариком посветил везде. Вроде ничего там, ничего нету. Блин. Так, это что значит? Ну, может не работает этот тачпад. Изверги. Напора целая. Вот так вот. Так, что тут есть? Что тут есть целое? Чтобы и подписчики знали, и я знал. Рассказывай, чтобы было... Ну, жесткий диск, если он рабочий, то это 200 рублей. Угу. Так, дальше. Матрица рублей 500, если она целая. А его есть смысл восстанавливать? Сейчас посмотрим. Я вот хочу его, мне интересно, восстановить. Не знаю, сколько бы это денег стоило, вот чисто вот восстановить. Не продавать по отдельности. Ну, если только, конечно, мертвый полностью, то ладно, можно там за запчасти. Ну, можно, наверное, целым лотом, да, выложить. Да, выложить. Че так? Что надо сделать, чтобы его тогда запустить? Сейчас будем подкидывать оперативку. Ну, вот это все подкинем. Попробуем подключить его. Воткнули в розетку, но вообще никакой признаки жизни нету. Ничего не крутится, ничего не светится.
Выложил этот ноутбук на Авито за 1000 рублей. Написал в описании, что ничего не знаю, что с ними продают так, как есть. Заказали у меня его Авито доставкой. И вот, пожалуйста, получил свои 950 рублей. Ну что, вот эти красавцы, которых я купил по 300 рублей. Это Samsung A10, у нас это Redmi 9A. Это реально просто классика. Просто база андроидов. Какие же они популярные, это просто жесть, реально. И в свое время, когда они были на хайпе, когда вот они только вышли, и сейчас они до сих пор пользуются спросом. По 2,5 они просто улетают в космос, реально, на Авито. Просто скоростью света это все продается. Короче, купили уже дисплейчик, получается, на Samsung купили оригинал, что-то он 850 рублей стоит. И на Redmi 9A 9C за 600 рублей что-то такое дисплей. Еще сим-лоток. Тут нету. Поэтому купил. Да, можно было купить еще и крышку, потому что она в таком себе состоянии. Но я решил максимально сэкономить, чтобы максимально низкую цену поставить. Вот максимально, чтобы это все быстрее ушло. Главное, чтобы они были рабочие. Мы сами еще, грубо говоря, не знаем, потому что мы ничего не проверяли. Сейчас подкинем дисплей и будем смотреть, короче. Что, давайте начнем, наверное, с Samsung A10. Поехали. В первую очередь снимаем крышку, убираем сим-лоток. У нас его нету, поэтому сразу же можем приступать к ремонту. Снимаем ее легко. Можно потом использовать вот такую от гитары медиатор. Бам-бам. Потому что я ногти постриг. А кто ногти стрижет, тот реально не мастер. Настоящий мастер никогда ногти не стрижет. Сейчас откручиваем все болты. Сняли все плашки. Теперь отстегиваем все шлейфа. Они нам не нужны. Текс. Аккумулятор не надо снимать, потому что у нас, видите, шлейф дисплея идет отдельно. Иногда они бывают под аккумулятор. Теперь просто греем. Греем. Вот таким вот феном. Самым дешевым с Озона. Греем дисплей. И все. И потихоньку его снимаем. Можно даже использовать эту же штуку. Вот так поддеваем и снимаем. Можно использовать что-то другое по типу вот такого. Ну, это уже на ваше усмотрение. В общем, греем все и снимаем дисплейчик. Посмотрите, как идеально мы сняли дисплей. Вообще супер. Теперь просто берем и очищаем рамку. Будем использовать мы вот такие палочки. Бензинчик. Немного намокаем и хорошенько очищаем от старого клея, грязи и так далее. Итак, момент X. Берем наш новый дисплейчик. Вставляем его. Бэм. Бэм. Вставляем это. Шлейф от дисплея. Бэм. Вставляем межплатный шлейф. Бэм. Ну и поехали. Дай бог. Блин, давайте почистим сразу же на всякий случай. Очень уж грязный дисплей. Ой, этот разъем, очень он грязный и может из этого сейчас не включиться. Подключаем шлейф аккумулятора и с Богом. Юху! Я уж думал, все, пошла зарядка, пошла родненькая. Это хорошо, оставляем на чуть-чуть, пускай немного зарядится. Немножечко зарядился, включаем Samsung Galaxy A10. Ура, ура и еще раз ура. Сейчас проверим на работоспособность дисплейчик и можно клеить и собирать обратно телефон. Все полностью работает, теперь все собираем в обратном порядке. То есть как разбирали, теперь все собираем. Убираем все шлейфа, снимаем, потом клеим, наносим клей по всему периметру. Клеим дисплейчик, обратно все шлейфа, обратно все плашки и заднюю крышку, сим-лоток, бам, все готово. Сделали вот такую страшилку медузу. Но ничего страшного, у меня просто резинки, блин, закончились. Чуть-чуть осталось, это на второй телефон резиночки. Samsung пускай будет в таких крабах. Щупальцах. В
общем, все, оставляем до завтра. Марина, овация, приступаем ко второму телефону. Выложил я его на Авито за 2500 рублей. И у меня его успешно заказали Авито доставкой. Сколько я заработал, вы видите на ваших экранах. Приступаем к замене дисплея Redmi 9A. Тут то же самое. Снимаем сим-лоток и заднюю крышку. Заднюю крышку сняли, теперь откручиваем все болты. Все болты открутили, теперь снимаем все шлейфа. Греем также дисплей и снимаем дисплей. Сняли дисплейчик. И с дисплея мы обязательно снимаем сеточку, старую сеточку. Теперь также очищаем полностью, клеим сеточку сюда и подкидываем дисплей. Посмотрите, сколько грязи. Это просто капец в разъеме. Сейчас все очищаю и подкидываю. Пацаны, мы поймали джекпот. Это тоже включается. Все, надеюсь, также полностью в рабочем состоянии. Но должно быть все нормально. И все, останется только поменять дисплей. Да и все, и собрать обратно. У него даже крышка задняя нормальная, посмотрите. Для бабушки нормальная. Блин, этот телефон, грубо говоря, обойдется нам в 900 рублей. Вообще огонь. Полторашечку мы точно заработаем. Короче, сейчас проверяем на работоспособность полностью дисплейчик и потом собираем все в обратном порядке. Все, замариновали. До завтра. Под такую музыку работаем. Выложил этот телефон также за 2500 рублей. И как я и говорил, такие телефоны очень быстро продаются. Мне написали, мы договорились о встрече. Я успешно его продал за 2500 рублей. Наконец-то нашел подходящий вариант для проекта с 0 до 100 тысяч рублей. В общем, выложили Redmi 9C за 1500 рублей. Договорились на 1000 рублей, там немного разбит экран, но даже если поменять, все равно можно за 2,5-3 продать. Ну, то есть косарик можно точно заработать. В 15 минутах на самокате от меня, поэтому сейчас поедем и заберем. Приехал по адресу. Кайф, когда есть самокат, тем более, когда лето, вообще огонь. Короче, сейчас должен подойти человек и заберу этот телефончик. Надеюсь, по корпусу будет в хорошем состоянии. И сразу же на этом самокате поеду, куплю запчасти. Короче, офигенно, не нужно тратиться на дорогу. Да и супер удобно, супер быстро. Вот прикиньте, вот 15 минут. Навски 30 минут и пешком 30 минут. А по центру сейчас в такой духоте, ну вообще не хочется ни в автобусах, ни пешком. А так реально сел в самокат. Мне кажется, вот это реально лучшая инвестиция, которую я сделал. 35 тысяч я его купил, ну это прям вот офигенно, вот реально, не жалею ни разу. Уже отбил себя уже 100 раз. В итоге получилось его забрать за 950 рублей. Центр, красота, едем за запчастями. Ну что ж, дамы и господа, приступаем к ремонту Redmi 9C. Купили мы дисплейчик за 590 рублей. И стекло камеры за 17 рублей. Все скрины и так далее вы видите на ваших экранах. В принципе, процедура максимально простая. Снимаем сейчас сим-лоток и заднюю крышку. Как только почувствовали, что крышечка снимается, то аккуратно с этой стороны, не забываем, где камера, идет шлейф отпечатка. То есть мы сначала его снимаем, чтобы было удобнее, а потом уже все остальное. И, в общем, короче, снимаем вот эти два болта, откручиваем, снимаем вот эту пластинку прижимную, потом полностью все вот эти болты тоже снимаем и откручиваем, точнее, и снимаем вот эту плашку тоже синюю, ой, черную, блин, боже, у меня все, крыша едет. Сняли верхнюю плашку, сняли нижнюю, также можем снять вот эту плату. А теперь просто берем, греем дисплейчик с этой стороны и снимаем его. Сняли дисплейчик, это все делается максимально просто, если мы хорошо погреем его, соответственно. Потом очищаем полностью, да, рамку от старого клея. И, в принципе, можем наносить клей и клеить дисплейчик. Естественно, предварительно перед этим нужно подкинуть. Но мы сыграем в лотерею и не будем подкидывать, сразу приклеим. Вот. Кстати, наверное, может быть, сейчас сначала вот этот. Тут я вообще не знаю, стоит ли объяснять, что делать. Греем просто это стекло, снимаем его и клеим новое. Все максимально просто. Потом приступаем к поклейке дисплея. Па-бам! Получаем идеальный телефон. Новое стекло. Ух! Новый дисплейчик. Пускай маринуется, завтра уже все проверю. Выложил этот Redmi 9C за 3000 рублей. В описании написал, что отличный телефон, все работает без торга. Вот и подошел к концу этот выпуск. Сейчас у нас в наличии остался Redmi 9C, который я выложил за 3000 рублей. Статистику по нему вы видите где-то тут, либо тут. Пока он еще не продается, 3 дня, как я его выложил. Посмотрим, я думаю, к следующему выпуску 100% уйдет. Такие бюджетные телефоны быстренько уходят. Хотя, кстати, они обычно вообще быстрее уходят.
Странно, странно, но ничего. Короче, баланс вы где-то тут, либо тут видите. Все, что мы заработали за этот выпуск, вы также где-то тут видите. Такой больше экспериментальный какой-то выпуск, потому что ноутбук я купил, да, какой-то на разборку. Телефоны какие-то, самые-самые стандартные. В общем, надеюсь, вам этот выпуск зашел. Следующий выпуск уже, наверное, будет... Конец. Наверное, уже будет конец этого проекта, потому что вот чуть-чуть уже осталось до этой сотки, поэтому обязательно подписывайтесь и следите. Реально, можете посмотреть весь путь, который я прошел с нуля до 100 тысяч рублей. Реально, весь путь. Офигеть, классно. Короче, обязательно подписывайтесь и смотрите. Следующий выпуск уже будет конец. Всем спасибо за просмотр. Пока.